Владимир Владимирович Путин. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Находящийся здесь глава представительства Европейского Союза, наверное, разделяет мнение, что отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению. Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией. Именно инициировал противостояние с нашей страной. Хотел бы выразить надежду на то, что все действия, которые наносят ущерб нашим отношениям, все-таки останутся в прошлом, и мы сделаем все для того, чтобы выстроить их в нужном ключе и для России, и для экономик стран-членов этой организации. Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает. Простая, накопилось много противоречий, которые иной раз зачастую мешают нормальному продуктивному взаимодействию государств. Все хорошо. All the best.